сегодня ты конкретно жесть меня удивил, брат. Даже ислам удивился, кто это со стуком заходит. Потому что, брат, ты постучался сегодня. Ну, только помолились. Сейчас воспитываешься, Камал, воспитываешься. Да. Да. Сейчас выходим. Не, я не собирался, брат, тебе ничего делать. Я просто тебе замечание сделал. Ты младше меня на 5-6 лет. Когда ты родился, я уже в школу ходил, если что. Ну, ты воспитываешься, Камал. Грех жаловаться, брат. Бывало похуже, бывало получше. Получше где было сегодня? Яхья. Как ты? Альхамдулилля, как ты? Бомба, Яхья. Ю бомба, Рамзан. Короче, едем на тренировку. Все отлично, брат. Конец недели, все уставшие. Убитые. Такая, да, легкая тренировка. Кто-то спарринги сделает, кто-то поборется. Ну что, поборешься? Нет. Ну что, найдешь жертву по-любому. Как себя чувствуешь после боя вот сюда? Это, знаешь, как будто с твоих плеч гору уже сняли. Все, это ответственность, диета, это все. 2 недели не нравился Дубай, после 2 недель. А как это, бомба? Учитель, такой учитель, я не знаю, как если, можно, одна ошибка, если, можно простить первый раз. Мама. Зачем так жестоко наказывать, я не знаю, за одну ошибку. На зоне за ошибки не прощают, наказывают. Он говорит, что вас наказали, я говорю, вас простили, говорю. Скажи ему. Шара, давай скажи спасибо. Амана, дай это 2 руками. Минус, он говорил, а ты их простил, да, говорит, я бы их наказал бы, говорит, потому что это я вас просил, вы мне должны, говорит, сам же. Чё, говорит, чё делаешь? Этот, на этом песчаном стадионе же, где лошади бегают, там они должны были в час дня 5 кругов сделать. Я говорю, я их простил. А они подумали, что Хавьер их простил, его благодарю. Я говорю, сюда идите, меня благодарите. В школе, помнишь, да, один был сзади в конце, расстраиваясь, сидел и хавал. Такая же тема. Не успел позавтракать. Чё, гонишь? А иди, да тебя же выбрали. Чё за честное слово, же? Чё за честное слово? Эй, чё такое, Хаджи? Чё, за тебя не хочешь? Отвечай, за тебя не хочешь. Так как Рамазан играешь. Как прилетел, ни разу не прилетел, однажды ничего. Брат, когда против меня играл. Не. Да, помнишь, Шамиля, когда ты играл. Не, наоборот, за тебя играл. Ты за меня играл? Да. Ну, повезло, значит. Говорят, то, что я сломал джатски, жесть. Не ломал я джатски, это и Машапи сломал, и Рамазан тоже аварию сделали. Я говорю, шара баши, жесть. Да. Ты сломал и Машапи? И Машапи, и Рамазан сломал, я не трогал. А что, они говорят, Усман Мухаммали не ломали. Наказывать тех, кто реально виноват. Да. Я там не был ни разу никогда на этих вещах еще не катался. А я же не косячил сегодня. Не косячил. Я тебе вчера что сказал? Отдай кроссовку Фейсалу, он не забудет. Ты сказал, не, я сам заберу. Забрал, утром пришел, где кроссовку? Вот ты смотришь. Не, здесь это отдельно, брат. Три клетки, это другая тема. А вот то, что Камал мне напомнил, наказание, понял? Как человек, который накосячил. Младший брат, который накосячил. Да. Мы хотим тебе выносливости, набрать что-то. Ты выносливости. 55 килограмм. И 5 километров уже по песку, где лошади бегают. 40, под 40 градусов, да? Нет, 39, да. Там 40-39. Не путай. Там где-то километров 8 или 5, точно же. 5 точно, даже. Ваши тоже держали шоу. Давай, снова хуже. Идет, охуй, это надо. Нет. Вот это Каркала Жес, который с любым может бороться. Зачем? Мяч берет, он туда убегает. Да. Зачем травмы делать? Да, вот такие вещи, брат. Потому что, брат Жес, вот человек, брат, чемпионский характер, не хочет, брат. Даже вот кат земли не хочет уступать, понял? Как говорится, я с ковра живым не уйду, да? Как не убегать, когда лев за тобой бежит? Эй, он знает, что говорит? Как не убегать, когда лев за тобой бежит? Духа нету, спортивного. У меня с мамидом сайт шутит.
три бака торчит мне Мамед. Сейчас я думаю, до конца сбору. Я не хожу. А ты сегодня соскочил? Болит, брат, я не мог жесть. Сара, ты знаешь, когда я грубо играл, хуже меня никто не играет. Я не хочу травму делать самому, ему, другому. Потому что этот вот сюда убегает здесь на деревяшку, он туда упадет, но куда-нибудь травма будет. Понедельник. Нет, понедельник, вторник. Мамедов. Без травм, чтобы играли.